У нас конфликт поколений. Бабушки не хотят, чтобы он делал трюки. Вот они. Вот эти женщины не хотят трюков. Давай, чувак, мы за тебя болеем. Погнали. У-ху, давай, давай. О, смотрите, ребята, сейчас будет бомба просто. Вот она пошла, пошла тема, да? Вот так вот. Это был трюк, что ли? Ладно, сделай трюк, поцелуй меня. Давай, вот ты, девушка, погнали, быстро. Оп, не задумываясь. Да что ж такое-то? Кто ж трюк-то сделает? Прокомментируйте, пожалуйста, это. Бан-бан-бан. Вот они уже подходят к ним и говорят, не делайте трюков. Никогда не делайте никаких трюков. Женщины, они молодые, им надо рисковать. Я уже свое отрисковал, я уже вашего возраста. Так, обратите внимание, оскорбляют прямо на камеру. Кошмар. Видите, друзья, как опасно вообще. Опасно. Просто вот быть современным очень опасно. Сынок, как ты это прокомментируешь? Стресс. Хочешь, я пойду им наваляю? А? Что? Да ладно, сынок, не расстраивайся ты. Не обращай внимания, ну они не современные. Парень, давай! Сколько ж можно ждать, господи. Все, давай, погнали. Сынок, да не обращай ты внимания, они просто несовременные чуваки. Не то, что мы с тобой. Старое, оно всегда борется со всем молодым, понимаешь? Ну, а им жить-то недолго осталось. А мы с тобой суперсовременные зато. Не обращай на них внимания. Дай пять. Фанч, все. Давай, чувак, мы тут уже за тебя на нас наехали. Да ну сколько можно-то, господи. Мы что, зря, что ли, тут оскорбления выслушивали? Давай, 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 давай. Хотя бы маленький трюк сделай. Так, о, поехали, все, он пошел, 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 да, 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 вот так, друзья, смотрите, и не прыгай. Блин. Я уже акулу дропну, чем вот тут высоко. Да сколько ж можно-то. О, сейчас еще один дропну. Друзья, давайте быстрее уже, мы не можем, у нас уже память кончается на телефоне. Любой, давай только сделай что-нибудь. Хорошо. Так, вот он поехал, поехал. Фанч! Все, нормас. Сынок, аплодисменты. Ну вот такие, друзья, офигенные трюки. В Адлере. Вот такие офигенные трюки. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Видите, как нам тяжело быть блогерами в Адлере? Тут не понимает народ.